В День народного единства глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил многолетний труд представителей различных сфер деятельности. В зале торжеств города Черкесска чествовали общественных деятелей, строителей, предпринимателей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, творческих работников. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В День народного единства в зале торжеств города Черкесска были те, кто внес значительный вклад в развитие республики. Эти люди участвуют в благоустройстве региона, совершенствовании различных сфер деятельности, создают лучшие условия для воспитания подрастающего поколения, помогают населению. Труд каждого из них отмечен государственными наградами, грамотами, благодарственными письмами. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с праздником всех жителей, отметив необходимость постоянного единения людей ради достижения главной цели – процветания малой родины и большой страны. Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или ратной доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие. И мы, как и наши предки 4 века назад, должны показать свою сплоченность и во всем поддержать наше государство и нашего национального лидера. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен руководитель коммерческого предприятия Азрет Али Баташев. Благодарность президента России получил зампред правительства республики Евгений Гордиенко. Общественные деятели, строители, предприниматели, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, творческие работники. У каждого за плечами огромный опыт, который непременно должен быть востребован. Чувство такое, что впредь все больше и сильнее, и дальше нужно работать, развиваться. Все, что я до сегодняшнего дня знаю, передать молодому поколению. И чувство гордости за свою республику, за свою страну. Хочу выразить большую благодарность руководству нашей республики за высокий авторитет нашего вклада в развитие нашей чудесной, замечательной республики, особенно в этот необыкновенный день. А далее были песни, посвященные единству народов, ценностям родной земли, всему тому, что стоит беречь ради счастливого будущего жителей Карачаева-Черкесии и всей России. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.